Порядка управления внутренних дел по Тульской области. Полковник полиции Вирченко Валерий Николаевич. Скажите, пожалуйста, что это за мероприятие, когда оно началось? Ну, сегодня у нас проводилось плановое мероприятие, такое широкомасштабное мероприятие на территории центрального рынка по проверке соблюдения миграционного законодательства. В данном мероприятии принимали участие различные подразделения сил и средств управления внутренних дел. Как вы видели, привлекались специальные подразделения. Сегодня было для проверки документов доставлено порядка 350 граждан, иностранных граждан. Уже на данный момент, пока работа по проверке документов проводится, уже на данный момент известно, что есть многочисленные нарушения пребывания здесь иностранных граждан. Должен вам сказать, что эта работа проводится не внезапно, это планомерная работа. И такая работа будет проводиться по всей Тульской области на регулярной основе. Скажите, а как им непосредственно сами задержанные оказывали сопротивление? Нет, я вам должен сказать, были факты, конечно же, где-то непонимания. В целом, иностранные граждане понимают цель данных мероприятий. Каких-то конфликтных ситуаций в основном не было. Спасибо. Yeah.